И переходим к региональным новостям. Долгое отсутствие электроэнергии в домах вынудило одесситов пойти на крайние меры. Начиная с пятницы, люди перекрывают улицы и дороги. 14 октября вечером несколько десятков человек перекрыли дорогу по улице Рихтера, бывшей Щерса. Люди жалуются, света нет уже несколько дней. Никто на эту проблему не обращает внимания. Мы уже несколько суток проживаем в цейтноте, то есть света нет в некоторых районах, а в некоторых районах в сети 360-380. То есть наш южный РЭС создает пожароопасную ситуацию. В субботу, 15 октября, одесситы перекрыли дорогу на перекрестке улиц Старопортофранковская и Ольгиевская. По словам местных жителей, во многих окрестных домах света не было более 4 суток. Однако некоторые водители такие действия одесситов не восприняли. Я твой номер полиции говорю. Назад едем. Четверо суток практически нет света. У людей уже не хватает терпения. Маленькие дети, пожилые люди. К сожалению, у нас еще и тепло связано со светом. То есть нет света, нет тепла. Мы элементарно замерзаем. Обращались неоднократно во все инстанции, какие возможны. Но, видите, нас довели до ручки. Также жители перекрывали улицы и в других районах города.